В России разгорается скандал вокруг отмены премьеры балета «Нуреев» на сцене Большого театра в постановке Кирилла Серебренникова. Как заявил директор Большого Владимир Урин, показ спектакля перенесен на весенний сезон будущего года. Причиной Урин назвал недоработки в качестве балета. Мы смотрим один прогон. По качеству балета, я сейчас не говорю о том, что сделал Кирилл Семенович. По качеству балета мы понимаем, что это плохо. Балет рассказывает о жизни знаменитого танцора Рудольфа Нуреева, уехавшего на Запад в начале 60-х годов. Я сразу понимал тогда, когда давал согласие на эту идею, и здесь все присутствующие тоже это понимают, что фигура неоднозначная, со сложной судьбой, да, и рассказать об этом будет достаточно непросто. И тем не менее я остановился на этой, а не на каких-либо других идеях. Поверьте мне, я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая может вызвать определенные неприятия целым рядом людей. Между тем, решение о переносе спектакля было принято после продолжительного телефонного разговора с министром культуры РФ Владимиром Мединским.